Вот он, ягодка. Видишь? Просеивает так в руках ее. Провеивает. И вот. А почки-то уже мороженые, Мари. Ну мало, мало. Вот, отыскивай ее по штуке. Нафиг она нужна? Отыскивать ее. Дойдемте, а потом назад пойдем. Полной кочкой с ягодой. Мари! Не пойду дальше. Тут есть люди. Довольствуются малым, а есть вот несытые. Все надо больше, больше. Нет, я просто знаю, где бывает дно. Вон сколько, на каждой кочке полно. Нет, крутся дальше. 20 минут ходьбы. Ребят, а Мшарова где? А? Это Мшарова. Сапонин, дальше. Туда дальше ехать или вон там поворачивать? Оно не оно. Просто деревень тут много. Сейчас еще выше буду. Нужно руки повыше, легче держать будет. Держите или нет? Играй, гляжу. А мы тебя просто внизу. Иди. Делай, видите, вот такое. То вместе с лампой вылечу. Сейчас шарты. Ой, не держите, говорю, вы не можете нормально держать. Возьмите руки, чтобы не перевернулась лестница повыше. Убери руку. Да ну что вы, делай, будь богом. Я устал, а? Вы что, не можете, не знаете, как это работает, физика, что ли? Повыше, вот так вот, держи, вот так вот. Вот так, держи. Выше руки, на самый верх. Вот. Вот она за низ. Ты разве удержишь за низ-то? Легко свободно держать. Ой, не качайте, ради бога. Стою ведь на ладони. Все, выключаем. Спускайся. Все, тяжело? Вижу, у тебя уже руки побелели. Ой! Кошмар, один психоз. Все, Леночка, давай. Ребятки, кто кофе будет? Ребята? Я не буду. Когда писал, что принц? Принц даже написала? Да ты чего, Ленок? Ты представляешь, я как о тебе писала? Да мать честная. Насколько влюблена-то была, да? Или даже... Ну что, я плохо выглядел, скажем. Да? Только тебе мой пиджачок не нравился. Ну что сделаешь, я был холостяк. Многие удивляются. Вы что, говорит, дураки? Москву, говорит, бросили, в Подмосковье дом продали, переехали все. Я до сих пор об этом не жалею. Я всем говорю, что живу в раю. Так.
хозяйству она, конечно, слаба. Она сама признается. Получается, вечно подгонять нужно то это, то это. У него подход такой, что когда ему трудно, он начинает ругаться. А я этого не люблю. Мне хочется работать изо дня в день. Мало тогда чего. Такого ну, не так будет. Я... А ты меня и сейчас сдерживаешь. Так я тебе говорю. Дай мне подстраховку и действуй. Дай мне подстраховку. Давай запускать производство. Вот опять начинает запускать производство. Я тебе еще раз говорю, я упущу детей. Шрайбен. Писать. Дер Бриф. Их коме аус Берлин. Я живу в Берлине. Наматывается на барабан. Это получается первая деталь на первом станке. Прокат. Первый прокат. Потом эта деталь переносится вот на этот станок. Эта штука переносится на тот, то есть взаимозаменяемый. Здесь снова разматывается. Здесь специальный состав, вот, жировой, чтобы не прилипало к вальцам. А там уже другое идет. То есть это все вместе работает, работает. Тут ничего не выключается. Инд. Зуха. Сейчас детей приподняли, хочу снова запускать. Наша перепелка старенькая стала, ты живая, Федор, по сучкам. На сучки параллельно наступать надо. Григорий, на сучки. Вот, чтобы не провалиться. Давай. Вот. Давайте вот эти все сучочки убирайте, иначе бобры снова сюда положат. Вон туда подальше. Если это вот не делать, значит дорога размоется и все. Ни трактор, ни машина не проедет. Остров. Только на вертолете. Слабая антенна. Вот сейчас побольше чуть-чуть. Хрен поймешь. Глушилки работают. КГБшные. А все пропало. Куда тебе? Да, здесь вот тихо, а наверху-то все. Все колышется. Набирал твой телефон, он молчит. Демидова Лена. Смотри, антенна хорошая, а что у тебя не работает? Он
Ты? Живые у меня должны быть в этом уле. Вон они. И шевелится кучечкой такой. Вот. Ползают. Живые. Вот. Нужно не охлаждать желательно. Уже забили снова ее. Вот, закроем. Чтобы потеплее чуть-чуть сделаем. Куда ты залез? Упадешь! Как козлик прыгаешь. Вот, видишь, я травку подкладываю, соломку такую, сбоку, сзади. И через нее выходит воздух углекислый. Пойдет так. Большого ветра не будет, и слава богу. Вот хочется мне здесь второй этаж сделать. Ну что, ну брошенное здание, не знаю. Разломали некоторые люди. А мне жалко ее до конца доламывать, не хочу. Хочу сохранить стены. Смотри, какие хорошие, мощные, толстые. И площадь так. Ну, это техническая часть, допустим, дома. А второй этаж там для отдыха. И просто отлично. А что, детей-то у меня куча. А где им жить? А если я там станки запущу, которые есть, там уже тяжело жить-то будет. Вот свою электростанцию еще хочу поставить. От ветра. Может быть, в этом году начну устанавливать. Называется душа уже болит за то, что ты меня каждый раз ты меня в одну и ту же омут тянешь. Омут. Я беру идеальную позицию. А мне не нужна твоя идеальность. Я смотрю на жизнь. И с твоей идеальностью мы только потеряем все. Детей в первую очередь, понимаешь? Но зато у нас завод. Папа у нас с этими, с государственным мышлением. А мне это не надо, Жень. Поэтому я тебе предлагаю, занимайся лучше иностранным языком. Таковую, Кирюш, а я Оставковый. В советское время не считали ничего, утоптали с тракторами соткой. А до земли целых полметра, наверное. Это уголь, там настоящий уголь. Руководство интересует, чем я, говорит, топлюсь? Задают вопросы.
Я говорю, топлюсь, говорю, не мерзнем. Одному по это сказал, конечно. Он говорит, ну молодец, догадливый. Вот. Это на одной фазе, а их три фазы. Мне очень вертикально. Да нет, это солнце с одной стороны, а с другой стороны темно. И всегда идет как бы обман зрения. Да. Я же его ставил, выставлял по уровню. Нижнюю часть. Нижнюю часть, она у меня выставлена по уровню и забетонирована. А эти уже стандартные заводского изготовления. Мы прямо вот на эту будем сначала мерить. На этот угол возьмем. Григорий, подожди, позови Кирилла. Кирилл! Давай, Кирюш, подходи сюда, чтобы мне не орать сверху. Ох, ботиночки-то у меня плохие, режет нога. Нога. Ноги режут, ботинки плохие, хоть сапоги, что ли, принести мне. Ботинки не для этих вещей. Давай сам сделаю. Ты еще вдруг упадешь. Так. Мне лучше влезть вовнутрь. Ну, Васильевич, ну, вот, точно. Вот когда натянем мы ее как следует, и мы увидим длину уже всю полностью, там, без всяких расчетов инженерных. Это я буду сопли жевать долго слишком. С расчетами такими. А чуть длинная. Видишь как? Или мы арматурину не ту взяли, которую я заготовил. Фух. Ну, в принципе-то идея-то правильная или неправильная? А в первую очередь, мне кажется, нужно сверху ставить. Вот с этой части, вот отсюда. Но это как... надо за краном тогда ехать. Я даже, знаешь, что хотел? Вот если вот площадку сделать на самом верху и поставить, приподнять улей наверх. О как, херачит. Как парашют летит, вон он летит, вот с голубым-то, вон он, смотри, какие брызги херачит. Да. Все, ветер стих, видишь, паруса падают вниз. Поплывешь, ветер сильный. Доплыл до центра озера, где и очень глубоко. А там кранты, ветра нет. И что делать? Давайте назад, все, хватит. А то уже замерзли. Федя, все, все, давайте назад. Долго тоже не надо. Вот на пробу можешь положить? Конечно. Мокрый, высох нет.
войну кормили поросят вот этой ряской, и, говорит, было одно сало, больше нечем было кормить, самим хлеба не хватало. Вот а ходили, поросята вот такие? А поросята одно сало сплошное, вот на этой штуке, ряска называется. Так, все, идем, а то все мокрые уже. Григорий? Я говорю, что вот торф, почему красный? Почему красное дерево здесь раньше когда-то росло, тысячелетиями назад? А почему сейчас нет красного дерева? Сейчас береза, сосна и прочее. А где красное дерево? В Австралии, там, Малайзии. А у нас здесь нету. Значит, когда-то была здесь Малайзия, да, или Австралия, климат. Не зря же в Якутии находят слонов, мамонтов. Да потому что здесь благодать им была, здесь был теплый климат когда-то. Север с югом может поменяться. Я не удивлюсь, что это будет, не удивлюсь. Хватит, Сергей, поставь ее деревья. Надоели уже. Вон набросали. Кто это набросал? Это убирай. Григорий. И застегнуться как следует. Вот есть, Сергей. Давай, садись. Я тебя застегну. Давай. Если надо, я сама. Я не пойму, не то включил, не то не включил. Вроде включил. Ветер слабый пока. Ветер слабый. И смазка загустела, замерзла. Сегодня мороз. А если бы он вращался, она бы теплая была бы и легко бы вращалась. Большой порыв ветра вот стронет его, а потом уже начнет вращаться. Ну давай, 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 давай. Никак не хочется. Нет ветра. Быстро растут. Считайте. Весны и такие большие. А человек почему так долго растет? Так быстро не растет человек. Кира, ты через эту пропусти через. Ага. Ты мне еще продюсер, что ли? Красиво будет. Очень. Хорошо. Ура! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в эту ночь у меня есть несколько уникальных минут, когда я могу обратиться к каждому из вас. Надо еще заработать. Долго ты еще будешь тут?
Москва – это не Россия. Правильно? А мы будем петь: «Славься, славься, ты Русь моя, славься, ты русская наша земля, да будет вовеки веков сильна любимая наша родная страна». Вот и все. Помню, с этого учить надо было этот гимн на «Славься, славься из рода в род, славься, великий наш русский народ, врагам посягнувшим на край родной, разине беспощадной, могучей рукой. Славься, славься, ты Русь моя, славься, ты русская наша земля, да будет вовеки веков сильна любимая наша родная страна. Федор, давай внимательнее сегодня. Хватит это экзекуции над матерью. Понял? Ай? А, Федор, повнимательнее, когда пишешь. Кирилл, а где шапка твоя? В, В, Г, Д, Е, Ю, Г, Ш, З и краткая. Картошки. 1, 2, 3, 4, 5 рисунки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Все, нет никакого веса. Маленький раскрыт. Я не в эту сторону, наверное, его включил. Попробую сейчас залезть. Не догнала ты меня. Не догнала. Угнала. Не догнала ты меня, тетя Лена. Не догнала ты меня. Эй, не догнала ты меня? Лена его знает, блин. Не пойму, что там трость? Наверное, нет ветра. А, ключи-то я забыл. Ключи-то я выложил. До лета. Сейчас не буду ничего делать, наверх лазить. Холодно, руки мерзнут. Курт нет, курт нет. И машину надо вызывать. Знаешь, такие есть машины, подъемники. Вот туда эту машину заплатить. Лазить, проверить там все наверху. Помогу. Дальше мы приехали. Дальше проверять. Воровали или не воровали. Вот она здесь. Ездит, только контролирует.
Как успехи, Григорий? Четверку по английскому и какой? Математике. Ну ты, Григорий, молодец. Давай еще. А у тебя, Кирюш? Ай? Нормально. Нормально? О, видишь, строчки? Угу. Ученики. Ребят, вот у меня вопрос. Вот сегодня Тетлена мне задавала. Чего вы будете делать? Уезжать из этой деревни или как? Уедете от нас или нет? Или будем дальше как-то продолжать здесь очаг развивать, если не уедем никуда? Там, где относительно законы соблюдаются, что жизнь как-то контролируется. Здесь-то чувствуется бесконтрольность. Нет. Правильность. Нет правильного подхода. Ой, да. Твоего желания нет такого убежать, да, Кирюш? М? Или сам не определился еще? Люди-то вон многие ездят в Москву на работу, там прочь. Чего бы вот ты хотел добиться в жизни? К примеру, чем заняться? Что тебя больше влечет? Молчок? Боишься? Сложно? Не слышу ответа, Кирюш. Язык проглотил. Так, мы где остановились, Ренок? Так, ваша светлость, прошу вас также рассмотреть мою просьбу о получении постоянного места жительства в вашем княжестве. Готов жить и работать на территории. Мария, да. А также рассмотреть мою недвижимость и прочее. Ну вот подожди, я же написала все. Ну. Готов жить и работать на территории вашего государства, сельской местности и заниматься пчеловодством. Там как у тебя это, как ты написал, князю, княжество Лихтенштейн, да? Да. Да. Гансу Адаму Второму, да? Угу. И дальше пишем, ваша светлость. Все правильно. Ваша светлость. Да. Так, отлично. Так, теперь будем продолжать. Да, дальше пишем я Цапонин. Так, да, я Цапонин. И перечислили детей, а потом говорим. Значит, обращаюсь к вам, главе княжеского рода, имеющего корни, уходящие в глубину веков, и прошу личной встречи с вами. Все, отлично, все. А второй для нас для Москвы. Ну, какая разница, давай, а то вдруг пригодится. Сейчас, хорошо. Исходящий, входящий не поставим. Отреагировал я только на такое, мнение. На такую мне бумагу. Интересно просто твое мнение, потому что в любом случае мы
любопытно вроде бы. А почему не встретиться, да? Почему не познать с глазу на глаз, правда? Да, у них там есть эти местности. Ну, а почему бы нет? Он сам живет, там, во дворце, и рядышком нет никого на краю. Ну, что там, 30 тысяч всего, 32 тысячи народу, кажется. Ничего себе. Так, Лен, ты подскажи мне, левая сторона меня не утянет никуда, а в другую сторону? Мы проехали, где нам с тобой надо опускать. Да? Проехали, вот сейчас ну, вот проехали. Ну, вот и все, стану. Вставай. Вот. Я увидел даже эту штуку, куда. Понятно. А это вот поворот да. Направо. Вот мы там, с тобой сегодня флаги. Вставали. Ну, здесь. Пойдем. Там все герметично. Вот сюда просто опустится и все. Ну, голова, ты сейчас так. Ой, блядь, ну почему, говорит, в табуретке, говорит, дырка существует? Ничего. Ничего. У тебя есть мысли на эту тему? Нет? Нет? Я думал, что держаться удобно. Достать ее удобно, да. Я думал, а у меня другие мысли существуют. Прям говорили про это? Нет. Мои мысли. Моя память, генетическая память заставляет думать. Потому что знаешь, как человеку тяжело мужику? И вот когда нету пары, с кем продолжить род, и что-то вот такое вот выдумывание начинает существовать, какую-то дырку и какого-то родить ребенка. В табуретке дырка. И вот они несли. Ленок, вот ты чай будешь или кофе, Ленок, а? Не трогай, года, страшно. Да, ходил вот скайп. Всех ругать. Гриша, налей теплой воды, отцу скажи, отец налил. Сделать хотя бы одну сначала, да, Виталий Васильевич? Понятно. Ну, слышал где-нибудь? Да-да. Ну, а мне, знаешь, как приятно? Мне до слез приятно, Виталий Васильевич. А что длинное? Видишь как? Что длинное? А вы не курите?
Нет. Нет. А у нас папа всегда курит. Говорит всегда, я закончу скоро. Ну иди, зайди, обмойся, попей хоть чаю нам. Что-нибудь там. Да это... Ну зайди. Ну что ты какая-то? Я не могу, у меня голова до сих пор пухнет. Да, тоже мне папа. Был такой этот, как орешку резать. Видишь, шланги идут. У меня поступают через фильтр и в емкость. Это холодная вода. А здесь уже теплая вода делается. И она распределяется. Уже пошла на кухню, в туалет, там прочее. А ветряк какой? Ты видела, я поставил? Саш, видел ветряк какой поставил? Видел. А вот смотри, еще что покажу. Вот сходил, пописал, а вот спустил. Как в городе, Саш. И можешь жопу помыть. Вот она. Целый тайник. Все, пробили. А на пол бочки тут чуть побольше половины. Сейчас бы ведро не лопнуло от перегрузки. Надо чуть стенку выливай. Быстрее, ну. Всякий случай, пока не накопится. Пойдем. В Драгуны. Иди. Все тряпки помял, свисток.
Вот сейчас он будет прятаться. Это бег с препятствием называется. Обязательно надо погрязка, погрязку взять. Сань, хочешь на кубе? Банки сшивать сейчас будет. Хочешь на кубе взять? Вот такие листы. Это с последнего станка. Вот. Только они большого размера должны. Вставляются в рамку, наващиваются. И первоначальный проект для работы пчелы. Основа. Такие рамочки. Без этого пчеловодство не работает. Оно работает, но это натуральная продукция. А то, что применяется, это химическое. А вот у меня как было в жизни. Вот я, вот одна сестеренка, и вот я прибегаю. И они лежат на двухкомнатной постельке. Я говорю, дайте, девочки, между вас ляг, говорю, и загадай желание. И вот лежу, вот просто, не то, что там, как говорится, обозлив. Семья у меня уже есть своя. Лежу. Как понять, семья у тебя своя? Ты что, ну, сейчас, был? Сейчас. А в то время а нет. И вот и одна, женат, одна у меня здесь лежит, одна вторая, а я в серединочке. И не женат на Гарри, да, был еще, да? Я уже раздвинул. Как... Ох ты, падла, как и ты вот уже раздвинул. Одну был. Поглаживаю, вторую поглаживаю, там, по ручке, там, прочее, по ножке. Но я хотел ее только хорошую. Редко такое было. Редко. Вот так вот бывает, понимаешь, как? А с остальными просто тык-тык и убежал. Чтобы внутрь кабеля не проходила вода, ты сделаешь что-нибудь? Ну, мотать, если салахановый пакет. Или вот так вот его перегнуть, вот так вот, вниз, и все равно замотать, чтобы внутрь не проходило. А между изолентой, одной изолентой и другой, чтобы влага не попадала. Понял? Посмотришь? Ай? Какой-нибудь уголок, воткни его и привяжи проволоками. И до самого низа, до шкафа. Эй, приехала. Я же не холодца наварила, мясо есть. А давай стол-то выдвинем. А выдвигай, давай выдвигай. А что, действительно? Давай, давай. Так, это убери. Все, ну, да. Дай Бог, за день рождения прошедшие, да, наступившие и будущие. Да. Чтоб у нас у всех... Чтоб больше рожалось таких мужиков. Да. Жень. Разных. Сейчас. Да. Выпьем. Да. Откусим, я напомню. Мой дом, моя крепость. Да ужас, потому что все дурь какой-то рассказывает. Про дурь какой-то. У кого? Да, у тебя. Марин, подожди, правильно. Марин, укрыл он, пойдет. Ах ты, ночь.
Шапелька. Сейчас Шаляпина мы расставим, ей на патефоне. Точка. Ha ha ha!
Нерасчесанная голова. Че-то у вас. Еще аккумуляторную станцию нужно было бы где-то найти такую мощную. Чтоб сохранять энергию. Федь, а ты дойдешь, проверишь, как там канализация потом, ладно? Как будто дерево, да? Но это же не дерево, это земля. О, какая крепкая. Даже я встать наверняка могу. О, как! О, как! Смотри-ка. Вот это кочки. О, как! Ты смотри. Свободно. Передвигайся. Как на ходулях. Это. Центр тяжести в мозгах работает или нет?